И как стало известно непосредственно перед нашим выпуском, организация «Одесское подполье» взяла на себя ответственность за взрыв у ресторана «У ангелов» на улице Жуковского. Видео с обращением представителя террористов опубликовано в сети. Происшествие мужчина назвал последним предупреждением, цитирую, для владелицы заведения. Сегодняшний информационный выпуск посвящен очередной акции подпольщиков. Как вы, вероятно, уже знаете, вчера ночью был осуществлен подрыв кафе на улице Жуковского. И вчера она получила последнее предупреждение. Следующего уже не будет. Ну а я отмечу, что уже завтра, 3 июля, в 19:00 в Одессе начнется акция на месте пострадавшего сегодня от взрыва ресторана «У Ангеловых» на Жуковского, 38. Известные одесские музыканты и поэты соберутся, чтобы провести перформанс и собрать помощь для восстановления ресторана.